Привет всем, ребята, я тут решил начать проходить Cryo-Fear. Давно советовали поиграть, достаточно давно. Только сейчас дошли руки, конечно же, скачать, посмотреть, что это такое. Вообще, очень знаменитый мод, конечно. Знаменитый хоррор, так сказать, да? Экшен. Или survival horror, не знаю, короче, что это такое именно, но... мод достаточно знаменитый. Вышел в 2012 году, и... потом вышел в Steam в 2013 году, как полноценная игра. Кстати говоря, очень много плюсов того, то, что он вышел в Steam. Я вот, например, смотрю, здесь очень много дополнительных кампаний. То есть, прям, ну, реально очень много. Вот. То есть, прям, ну, реально, реально. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь. Ну, короче, около 10 кампаний. Вот. Также я поставил русификатор. Так вот. Кстати, здесь такая тупость небольшая. Здесь меню. Меню. Сделано в меню. То есть, вот смотрите. Вот это обычное меню, да? А вот это 3D-меню. То есть как бы здесь меню сделано в меню. Вот. Такая фишка типа... Ну, типа. Так, ну ладно, давайте начнем. Давайте, пожалуй, на среднем. Бэ-бэм. Я думаю, проходим пару там кампаний дополнительных. Самые такие. Так, сейчас. Записывается, не записывается. Потом узнаешь, попал или не попал. Там просто подписчик правильно пишет. Она одиночество делает с тобой свое дело, и чувствуешь, что недовольство, горесть и злость буквально жрают тебя изнутри. Кстати, там вначале было написано то, что типа игра может довести до самоубийства, так что не играйте в это ни в коем случае. Я пошел на очень большой риск, скачав это чудо. Надеюсь, потом не прострелю себе башку. Или не задушу себя полиэтиленовым пакетом каким-нибудь. Да. Кисонька, кисонька. Блин, темнотища-то какая, боже ж ты мой. А главное, здесь яркость на минимальных стоит. Может, ее сейчас обратно поставить? Ну, нет, повысить. Пипец. Здесь реально очень темно. Может, конечно, такая фишка игры. Потому что я знаю, есть такие фишки. Ой, не фишки, а игры, где фишка состоит в том, что они темные, как жопа какая-то, я не знаю. И там просто вообще там ничего не видно. Но типа фишка. Да. Ну а потом посмотрим, что это как будет. Самое главное, чтобы вам нормально смотрелось, был более-менее. Мария. Кстати, метро похоже на... А, нет, все, это не то. Перепутал. Хотел сказать, внешне не похоже на русские. Электрички. Ну, не электрички, а эти. Ну, да, по идее, метро, короче. Вау. Подумал, вдруг действие вражки происходит. Потом вспомнил то, что этот мод от американцев. Насколько я помню. Играем за пацана. Я возвращался с ПТУ. О, господи. Саймон.
просто Питеры. Питеры. Питарасы. Ой. Такое ощущение, как будто я в психушке оказался. Там такие потолки были. Как в психушке. Похоже, по крайней мере. О, да. Очнись. Возьми камеру. Окей. Хорошо. Так. Я, кстати, так и не помню, здесь быстрых сохранений получается нету, что ли? Потому что я сейчас смотрел, и это клавиш-то нет, нифига, вот давайте нажмем на F6. Нету. Нифига. О! И что такое? А, это как в пиле, да, я помню. Такой момент был, когда нужно было, типа, освещать. Ну, там, в фильме, короче, чувак в своем... Ой, как его... Короче, у себя оказался, у него там свет обрубили, он там светом освещал все. Типа камеры вспышкой. Вот. Ненавижу. Вот сука, а? Давай. Заряжай. Вспышку, вспышку давай. Вот зараза, а? Вспышка не всегда появляется. Только по скриптам, походу. А может и нет, кстати. Там было написано «Ненавижу что-то». Трупак. Какая-то шляпа невидимая. И опять какая-то шляпа невидимая. Бум. Напоминает, короче, всякие инди-хорроры. Хорроры. Увидели, да? Он тоже играл в Cry of Fear. И потом. Игра довела его до самоубийства. И вас тоже доведет до самоубийства. Куда идти? Ага, все отлично. Я, кстати, не разглядел, что там написано. К сожалению. Так, опять дверка. Вот сейчас что-то будет. Сейчас какая-то ебень выскочит. Что это за там? За шняга такая. Сейчас башка такая выскочит, да? Что за нах? Ох, мать твою. Зараза. Да, это было прикольно. Так, я уже пошел за висельницей. По поводу длительности серии. Ну, они, наверное, по полчаса будут идти. В принципе, как обычно. Опять бабки на телефоне кончились. Пора двигать, начинает темнеть. Набери 100... А, не. Набери звездочка 106 решетка. Попроси 50 рублей в долг. Мегафон. Мегафон. О, у нас ножички есть. Ну все, мать ваша, всех зарежу. Так, инвентарь. Мобила. Мобильник Саймона можно достать из инвентаря кнопкой «Взять» для звонка. Нажмите клавишу переключения режима. Кстати говоря, игра очень глючная. О, круто. Несмотря на то, что она в Steam, багов не больше, чем в обычной версии. Это вот прям реально. Тут иногда и меню дают какой-то сбой постоянно. То и этот, как его, вылетает. Ну не вылетает, а разрешение портится. И другие проблемы. Короче, да, достаточно багов. Где ты возвращаешься, поскорее начинает темнеть.
Ок, отлично. Оригинально. Sony. Телефон Xperia. Или как там, компания-то называется, господи, я уже забыл. Xperia, если не ошибаюсь. Мама. Мама! Я в какой-то жопе. Господи, что это за хрень? А, кстати, здесь какой-то рывок есть. Угу, вот оно что. Это уклоняться, так понимаю, да? Допустим, вот так он тебя бежит какой-нибудь чувак с топором и заявить или зато так, хопа! А там обрыв. И ты такой, не получается открыть, странно, замка нету. Приятно, конечно, сделано. Господи. Да ладно, серьезно. Коды искать, помогите мне. 9. Это явно не код. Это какая-то хрень невнятная. Нажмите B для проверки вашей текущей цели. И найдите код для висячего замка. Хорошо. Мама! Дверь не поддается, дверь не поддается. Наверх мы, конечно же, не попадем, судя по всему. Что есть вкусненького в бачке? Так, ром. Такая тишина, кстати, вообще лютая. Просто гробовая. Там что-то было. А, это листья обычные. Можно, в принципе, кстати, даже прибавить звука немного. Бум. Страшно, а? Давайте прям совсем чуточку. Чуточку. Какие звуки отвратительные, а? Доносится непонятно откуда. Мобильник может стать источником света, но это я уже понял. Это что, это у него такая дорога домой после ПТУшки? У главного героя, да? По закоулкам, канализациям каким-то, где кровью все расписано. О, вообще, вот этот замок. Надо вот такой вот замок на дверь купить, кстати, реально. Такое. Кстати, карты здесь у нас, так понимаю, нету. О, yeah. Ха, о, бери велик. Велик бери. Велосипед. Дзинь-дзинь. Сити Коллин. Даже газетки можно посчитать. А это что еще такое? Я думал, то, что это замок, а это... Ну, не, о, господи, не замок, а звонок. Звонок. Вот это ушняка. Типа, знаете, берете вот это вот кольцо и как по двери фигачите. Ну, есть такие звонки, типа. В Америке, конечно же. Вообще никого нет. О, Хэллоуин. Как будто в Silent Hill какой-то попал, кстати. Вот реально прям. Такая тишина. Вообще жесть. Дай бухнем. За барную стойку так перескочим.
Не, реально прям какой-то Silent Hill. Я, конечно, не играл. Но такая тишина гробовая. Здесь что, еще нужно идти искать, что ли? Да ладно, вы серьезно? Ну и давай. А, инвалид. Ком говорит, что я инвалид. Так, короче, нам нужно найти код от замка и желательно логин и пароль для порно-сайта. А, нет, какого порно-сайта? Компьютера, да. Чтоб можно было заходить на всякие интересные сайты. Ну и такая тишина, конечно. Вообще жесть. Очень необычно. Прям вообще жесть. Не, реально, знаете, атмосфера прикольная. Вроде звуков-то особо и нету, да? Надо сфоткать. Надо сфоткать. А, нет, стоп. Это можно с собой взять? Как там? Возьми с собой в архив. А, все, отлично, я просто хотел уже взять... подрубить телефон, сфоткать экран. Потому что вы в некоторых игрушках, типа там, где нужно всякие коды искать и так далее, там этот, как его, не сохраняются всякие записки и т.д. Приходится фоткать. А что такое? Так, осталось только угадать, где логин, где пароль. И X-Videos будет нашим. Не, знаете, атмосфера просто обалденная. Очень круто. Просто невероятно круто. Кстати, этот фонарик сжирает FPS. Понижает. Без него, хотя и... Я просто опять на ноуте играю. Давайте все-таки еще повысим. Чтобы шумы на заднем плане не были слышны, потому что... Я не знаю, как убрать, я пробовал одну функцию подрубить. Ну там, в принципе, через этот удаление шумов, короче. Но там такой звук говёный становится, что просто невозможно. Просто какой-то ужасно отвратительный звук. Так, ладно. Ну, Кузька, да уйди ты, блин. Ну, Кузька. Ну, давай. А, черт, опять не ту нажал. Так, я зафотал. Погнали вбивать. Итак, начнем. The Beetle. Больше похоже на логин, нежели на пароль. Битл. Что-то я где-то ошибку допустил. Или нет. Ну, короче, неважно. Попробуем потом. Будем брутить. Заниматься брутом. Ручным, правда. Опять инвалид. Да что ж такое? Ну-ка, какого хрена? Ну, давай заново. Так, тогда получается Excalibur. Или это В такая, не пойму. И потом The Beetle 354. Да ладно. Да как так-то? Сука, открой мне доступ. Так, пробел там быть не должно. Вот этот The Beetle, это по-любому этот логин. Однозначно, ну. А пароль? Excel. Господи, таким еще почерком написано отвратительным. Может, это В? Сволочь такая. Так, ладно, сейчас я
пока я позанимаюсь подбором, потом, как получится зайти, восстановлю запись, короче. В общем, пойдемте еще посмотрим. Может, я что-то не то нашел, я что-то попробовал, нифига ничего не работает. Не вбивается пароль, короче. Пишет, что неправильный пароль. И хз, что делать. Не знаю, может, пошататься по этим всяким, по переулкам. Может, там что найду. Может, здесь внутри тыковки этой вонючей валяется. Еще один листочек. Внутри все разбито, теперь это бесполезный хлам. Кстати, там такая операционка странная этого компа. Какой-то дорр. Никогда не слышал, что это такое. Вообще про это никогда не слышал. Битл. Битл. Окей, битл. Ой, какой-то Silent Hill, а вот прям реально. Экс. Слушайте, а может это S, а? Может это не E? Просто написано как E. Может это S? А бля. Вообще непонятно ничего. Хоп. Так, пробуем еще раз. Так. Enter. Пароль 1, 2, 3. Давайте попробуем. Не знаю. C. Не знаю, может как-то так вот. Так, The Beatle. 354. Опять инвалид. Да что ж такое? Ну ладно. Это был эксперимент. Блин, такие пароли, как, я не знаю, QWERTY 1, 2, 3, господи. Да. Как так? Итак, моя программа занималась подбором паролей 52 года. И выявил очень хуёвую активность. Ну, как активность. Очень фиговую ошибку в программе. Ж, сука, не дай бог там вместо И стоит С. А, вместо тройки, господи. Ну-ка, забит. Может, это с натуре, это не тройка, а С. Просто так написано, как 3. Может, это в натуре С? Ну, давай, обрадуй меня. Да ладно. Слушайте, ну вот это уже в натуре не смешно. Ладно, попытка номер 2. Пошел 65-й год. Все люди вымерли. Остался только этот вонючий комп и я. Битлз. Господи. Человечество все сдохло. В ожидании того, как я подберу этот вонючий пароль. А, господи. 3577, Дэвид. Джил. Дайте хоть зайти-то, я не знаю. Там набрать что-нибудь, я не знаю. 3577. В общем, приятно было погадать. Спасибо. Очень. Не, слушайте, игра на самом деле приятная. Очень приятная. Пока. Не знаю потом, как дальше будет, но начало такое. Первое впечатление очень крутое, так скажем. А вот что меня особо обрадовало здесь, так это атмосфера. Да реально, вот знаете, она здесь очень такая, не знаю, ну, крутая. Обалдеть просто. Как будто реально какой-то, знаете, не то что Silent Hill. Даже в Silent Hill не такая атмосфера, там просто как бы, ну, город и город, ну, туман и туман. А здесь вообще какой-то прям, я не знаю, круто, короче. Атмосфера прям просто обалденная. Авторы красавцы. Я надеюсь, здесь нету батарейки.
Так, 3577, да? 3577. Слушайте, а я не пропустил ли дверь? Что-то мне подсказывает, что я дверь уже... Ага, вот она, 3577, давай. 3... 5... 7... Все, отлично. Внимание! Ага. Лампочка мигает. А, здесь когда в инвентарь заглядываешь, игра не останавливается. Вот в чем прикол. То есть... Игра как бы продолжается, ничего не останавливается. Тебя могут убить. Слушайте, ну атмосфера просто капец какая приятная. Круто. Посмотри направо. Хуякс! Ага. Вы можете засейвиться везде, где есть магнитофон. Требуется пленка не более 5 сохранений на одну пленку. Круто. Прикольно, прикольно. Давай телефон ему прям у банки. Удар нанесет некоторый урон, но это понятно, в принципе, чем. Это поможет при окружении монстров или при отсутствии боеприпасов. Это что, кровь? Слушайте, а сколько этому чуваку лет? На вид, знаете, где-то, не знаю, ну, 17-16. Ой, блядь, не то нажал. Ах ты, пидор. Я тебя сейчас порежу на куски. А ну-ка, иди-ка сюда. Чики-брики. Охренеть. Денег-то нет. А, да, там же для звонка такие службы не требуются, бабки. Чики. А куда он делся? А, здесь труп пропадает, наверное. Чеки-бреки в тапкин. Так. Опанки, стоп. Это что такое? О, слушайте, я наркотики нашел. В две руки. Собрать. Так это готовая доза или мне придется еще варить ее? Как крокодил какой-нибудь. Ого. Это морфин. Наркотики. Жалко, что не крокодил. Да. Я думаю, здесь крокодил можно как оружие использовать. Знаете, так вот, видишь зомби, так подходишь ему в жопу, так колешь крокодил. А через 5 минут у него плоть отваливается. Ни хрена себе. Вообще. О-о-о. Он пошел к черту отсюда. Прикольно.
Да что ж такое? Что за нарики, а? Вы что, присобачились к моему морфину? Отстаньте от меня, ребят. О, нифига себе, здесь можно по-другому бить. Смотрите. Здесь можно как бы режущие удары наносить и вонзающиеся, да? Вот такой вот подкаштык. Мой морфин. Мой. Никому не отдам свой морфин. Буду жрать его. Колоть и жрать одновременно. Магнитофон. А можно перезаписать? Так, ладно, давайте до следующего магнитофона дойдем. Для рывка нажмите клавишу перемещение дважды или удерживайте Alt. Вау, щит! Вау, ха! Ха! Ах ты, тварь! Ну что ж, я понял, как с ними воевать. Это, конечно, не так уж и легко. Так, ну что, я предлагаю ширнуться по веночке. О, смотрите, кстати, у нашего чувака вена порезана. С кого мы вообще играем? Че, у нашего чувака, походу, не все в порядке с психикой, раз у него вена порезана. Не все так гладко в жизни, так сказать. Ого. Кока-кола. Кола. Кола. О, мать твою. Слушайте, надеюсь, на вам нормально видно. Но я, честно говоря, понадумываю о том, чтобы повысить яркость, потому что как-то что-то вообще пипец, как не знаю. Это, у меня даже это речь сбивается, я слова не могу подобрать нормально. А то здесь темнота такая дикая, вообще просто кошмар. Вот что я сейчас сделал? Здесь, конечно, есть фонарик, но это, знаете, без фонарика здесь такая жопа творится на самом деле. Ага. Слушайте, ну начало обалденное, вот реально очень обалденное. Помогите мне, пожалуйста, они тут и в квартире наверху, поспешите. А когда на скриншоты смотрю, думаю, здесь какой-то, знаете, типа, так скажем, лазание в телефоне реализован, то есть типа можно там смски там писать, звонить. Там, типа, отправлены смотреть, приняты, только что приняты и так далее. Ну, короче, так сказать. Вот. А здесь так все просто сделано, круто. Не, на самом деле, игрушка нравится. Кстати, она в Steam весит 4 гигабайта. Представляете, 4 гигабайта. Сам мод, по-моему, весит от силы, если не ошибаюсь. Ну, очень мало, очень мало. Так, куда я пошел вообще? Не знаю, наверное, мегабайт 500 максимум. А в Steam 4 гигабайта. Но мне кажется, это за счет того, что куча дополнительных компаний, которым, конечно, тоже пройдем. Не все, конечно, может быть. А может быть и все, я не знаю. Посмотрим, если игра не надоест к этому времени. Там, ну, то, что мы пройдем пару... Это я вам обещаю. Это что, я должен туда же прыгать или что? А, я уж испугался, думаю, ничего себе. Надо позвонить в полицию. Так, вот уже записка валяется. Кстати, есть такая еще игрушка прикольная, Dementium называется. Она только на НДС была, вот надо ее тоже будет пройти. Зараза, и 2 или 3 года назад ее ремейк выходил на ПК, но я его что-то как-то пропустил. А на НДС, кстати говоря, это был очень хороший хоррор. Очень хороший хоррор, короче, был. Я даже хотел пройти, у меня даже обзор на него был. На НДС, на эмуляторе я играл.
Три маленьких детки в парке играли, пока не стемнело. Домой нам пойти не пора ли? Так первым сказался, и вторым чего? И со вторым они весело зашагали домой, а третий остался играть. Одинокий такой. Иди же сюда. Иди ко мне, крошка. Кусты мягко шепчутся, как говорится, а любопытство сгубило кошку. А, вот смотрите, здесь типа перевод, если этот... Типа... Не разберете, так сказать, почитайте. Сгубил его крошка-бошка. Бошка-крошка-бошка-мошка. Давайте поедим, а? Сесть пиво. Давайте, ребят, пожалуй, на этом моменте закончим. Сейчас посмотрим, что здесь у нас есть. Потыкаем на все. Это та самая крошка, которую педофил похитил, да? Ах ты, сука, а? А ну отстань. Вот, как говорится, похитили крошку. Какой-то педофил его похитил. И я не знаю, что он с ним делал, но это пипец. На нем пакет какой-то висит, на ногах пакет. Все это завязано каким-то скотчем. И то не до конца. Ужас какой-то. Слушайте, мод просто обалденный. Первое впечатление просто обалденное. Обалдеть. Просто обалдеть. Побольше бы таких модов делали, реально. Невероятно. Ладно, ребят, давайте, пожалуй, на этом моменте закончим. Всем пока, удачи. Потом продолжим. Вступайте в группу ВКонтакте. Ну, ждите новых серий. В них встретимся. Ладно, ребят, удачи еще разок. Засавимся. Ну все, пока-пока-пока-пока.